Детское радио представляет. Домовой и все-все-все. Куда же это меня занесло? Иду, иду, а мне только колючки какие-то попадаются. Это прямо пустыня какая-то. О, пить хочется и есть. Стоило забираться в такую даль. А еще говорят, Америка, красота там какая. Силы уже кончаются, а земля такая раскаленная, что не присесть. И никого. Ошибаешься. Я всегда здесь. Ой, кто здесь? Никого не видать. Покажись, кто ты? Дух или человек? Я Кецалькоатль. Что? Извини, мне сразу и не выговорить твоего имени. А ты где? Я рядом, я всюду. А почему я тебя не вижу? Очень уж давно никто со мной не разговаривал. Я совсем истончал. Ты не бойся, поговори со мной. Я постепенно появлюсь. Постепенно? Интересно, а ты кто? Я древнее божество этих земель. Пернатый змей. На языке здешних народов Кецалькоатль. Я, кажется, начинаю тебя видеть. Немного пока. Перья зеленые и голова появилась. О, ты очень большой. Сейчас не очень. То ли дело в былые времена. Все окрестные народы поклонялись мне. Везде стояли алтари, ароматный дым поднимался в небеса, я рос. А потом что же случилось? Пришли другие люди, они не верили в меня, и мои подданные потихоньку стали забывать. Все меньше становилось алтарей, не били уже по ночам барабаны. Я стал мельчать и истончаться. Бедный, бедный пернатый змей. Ну, раз уж так получилось, тут ничего не поделать. Вот, например, некоторые люди и про домовых забывают. А это уж и ни в какие ворота. Ведь мы домовые, хранители домашнего очага. Без нас дом холодный. Ой, чё это я расхвастался. Расскажи мне лучше о старых временах. А я буду слушать и смотреть, как ты появляешься. С самого начала во всем мире были только мы. Мой брат и я. А, есть еще и брат? А где он? Ты очень нетерпелив, домовой. Подожди, скоро все узнаешь. Я, пернатый змей, был белым богом. Видно ли тебе мое лицо в белой маске? Не очень четко, но видно. Мой же брат был черным. Он никогда не любил солнце и прятался в тени. Мое время — день, а ночь, как ты, наверное, уже догадался, время брата — Тескатлипоки. Ох, и трудные же у вас с братом имена. Это язык забытых народов. Мало кто говорит на нем в наше время. Вместе с братом мы творили наш мир. Все, что ты видишь вокруг, — это наше. А потом? А потом мы поссорились. И началась вражда, а затем и война. Брат не любил солнце и луну, да и звезды ему не нравились. Он мечтал о полной тьме. Мне пришлось охранять светило. Каждый вечер я провожал солнце и следил, чтобы коварный брат не украл его. Потом я решил завести себе помощников, и появились люди. Ох, как долго я с ними возился. Учил их всяким премудростям и учениям. Научил писать и читать. Дал им календарь. Сеять кукурузу научил. И многое другое. А что твой брат? Сопротивлялся. Строил козни. Обманывал. И пугал людей. До сих пор, как они в темноте окажутся, так начинают бояться. Знаешь, в темноте и мне как-то не по себе. Вот-вот, это мой братец старается.
Но нам с моими новыми союзниками-людьми удалось победить Тескатлипоку. Он не может теперь появляться на свет солнца и живет во мраке. Но на прощанье он рассорил людей. Они начали враждовать и ссориться. Самым большим развлечением стали войны. Я говорил с людьми, убеждал их, но все напрасно. Но ведь и ты сам воевал с братом. Вот люди и научились. Я как-то об этом не подумал. Может, я тоже виноват. Но, пожалуй, я пойду. Пить хочется. Садись ко мне на спину. Я отнесу тебя к великому озеру. С удовольствием. Ой, взлетаем. До свидания, пустыня. Домовой и все.